Актеры-кукловоды со всей страны и из-за рубежа покажут спектакли в Чебоксарах. В столице Чувашии открылся фестиваль театров кукол «Карусель сказок». В этом году он в статусе международного. К нам приехали коллективы из Германии, Белоруссии, Японии, Кубы и профессионалы-кукольники из 15 регионов России. Как Мэри Поппинс, добрые и волшебные. Они словно сошли со страниц ярких детских книг. Актеры-кукольники сегодня запускают карусель магии и приключений в театральном мире Чебоксар. Для юных зрителей Чувашии в течение этой недели покажут почти 30 шоу-программ и спектаклей о добре и зле, дружбе и любви. У меня роль Куньше, роль матери, получается. Да, это для меня сложно. Почему? Потому что я еще как бы не почувствовала эти чувства. Для меня это первый фестиваль. Только что сказала, так как я молодая актриса нашего театра, и я сама очень волнуюсь, но я приехала, и с первых дней вот так много эмоций, так тепло встретили нас, это очень было приятно. Национальные сказки народов мира будут рассказывать и показывать коллективы из 7 стран и 15 регионов России. Старт международному фестивалю дал спектакль-мюзикл «Голубка» по произведениям народного поэта Чувашии Петра Хузангая. Некоторые постановки, так же как это, будут представлены на родном языке, однако обязательно с переводом. Перевод будет, да, но будет понятно и так. Это потому что спектакль, который рассказывает, как празднуются праздники и какие праздники есть у татарского народа. И вот, ну, его на русском не сыграешь, потому что особенности речи, которые непереводимые, но вот именно на национальном языке понимают, да, о чем идет речь, а перевести это будет совсем не то. Поэтому мы играем его только на татарском. Спектакли можно будет увидеть на нескольких площадках. На большой и малой сценах театра кукол, в зале Института культуры и на Московской набережной. В детских садах и реабилитационном центре представления организуют для особенных детей. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.